Дай мне встретиться с Ника Робин. Наша задача — забрать у CP9 5 ключей для наручников Робин и отправиться вдогонку за Луфи. Да, нужно успеть до того, как Робин Гуд пройдет через врата. Это схватка со временем. Дорога каждая секунда. Всем удачи. Да! Я не собираюсь пропускать тебя. Тогда я вас всех убью. Ника Робин, это твое настоящее имя? В обычных обстоятельствах Робин Терминга бы положила всех этих недоносов. Да как-то оно нормальное, чёрт. Все путем. И у каждого есть ключик. Значит, единственный способ узнать настоящий это ключ или нет? Отнять его у тебя и проверить на наручниках? Решили выиграть себе времени и увести робинтян, пока мы будем за вами гоняться? А вот и он, мост сомнений! Посмотри, Ника Робин! Ну как тебе? Вид открывающихся врат правосудия. Сколько было потрачено времени? Сколько было потрачено сил? Но это того стоило. Когда я пересекаю эти врата, я стану героем правительства. Да что там, героем всего мира. Побег из ключа. Ты знаешь, кто я такой? Я герой мира. Герой мира. Тебе не на что надеяться. Нас ждут две противоположные судьбы. Тебя вечное заключение, меня вечное признание. Теперь я могу бить тебя, пока мне надоест. Ты была отличным компаньоном, но теперь я убью тебя. Что? Договоренность, заключенная нами 4 года назад, больше не в силе. В тот день ты сказала мне: если я приведу тебя к Полеглифу, то ты скажешь, где спрятано оружие. Те 4 года, что ты провела в Баракворкс, твой интеллект и командные навыки были превосходными. И мне было этого достаточно. Ты была полезной женщиной. Море большое! В один день не сомневаюсь. Ты обретешь знакома, которые постоят за тебя.